Проповедник, заядлый игрок. Кто не дотумкает в этом урок, где добродетель, там и порок. Вывод поспешен, хотя и влиятелен. Был бы лишь этим поди занимателен Федор Михайлович, коль не был писателем. Слово его прорастало, как семечко. Ну, а ему саданули по темечку ради грядущего светлого времечка. Думаешь, просто недоразумение? Пристальным было за ним наблюдение явное третьего отделения.